В Минске стартовал 16-й международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Соревнования являются тестовыми к Европейским играм 2019. На ринг выйдут спортсмены из Беларуси, Китая, Хорватии, Англии, Израиля, Италии. Всего около 20 стран. От Гомельской области выступят 18 человек. Сегодня прошли предварительные бои. На завтра назначены полуфинальные, а на субботу финальные поединки.